Около сотни голосов музыкально одаренных детей со сложной судьбой наполнили доброй энергией зал Московского международного дома музыки. Здесь прошел гала-концерт 12-го благотворительного детского фестиваля «Белый пароход». Звучали песни Пахмутовой, Крылатова, военные и народные композиции, стихи. Сводный хор, юные солисты и художественный руководитель проекта Николай Диденко собрали полный зал. Пришли поддержать ребят специальные гости, друзья фестиваля, знаменитые артисты. Комментатор Дмитрий Губерниев спел дуэтом с маленьким Олегом Диденко, а группа «Кварта» подготовила микс из известных песен. Мы находились сегодня в этом зале на репетиции и чувствовали такую огромную гордость. Гордость за то, что... Вот Николай Диденко, наш дорогой друг, он смог все это время, эти 12 лет, продолжал и делал этот замечательный фестиваль, дарил радость этим детям, которые так замечательно поют. Давайте ему поаплодируем! Выходу на сцену не помешало даже плохое самочувствие. Некоторые дети выступали с температурой. Любовь к музыке побеждает все трудности. Дети демонстрировали зрителям не только вокальное мастерство, но и жестовое пение, а также игру на музыкальных инструментах. Хотелось бы поблагодарить организаторов и партнеров нашего фестиваля. Хабаровский фонд «Счастливое детство», фонд КПД-100, наших информационных партнеров «Радио Вера», «Истра РФ»,